Это реально, это реально симпл. Пойдем в Дискорд, я тебя с тобой пообщаюсь по камере. Сразу, у меня глаз алмаз просто. Блять, я тебя еще прошником назвал, ебаный в рот. Ладно, беру свои слова назад. Нож с лезвием крюком, лор, девайсы Dark Project и подписка Сабишок. Прямо сейчас у меня в телеграм-канале большой масштабный розыгрыш. Ссылочка в описании. 5000 человек прямо сейчас играет у нас на проекте Сабишок. И каждый из них может нарушить правила. Кто-то из них может читерить, кого-то оскорбить и так далее. У нас огромный перечень правил и сроков блокировки. И чтобы это все дело модерировать, нам нужны волонтеры и модераторы. К слову, у нас на проекте таких 100 человек, и сегодня я буду одним из них. Но мне с этим поможет Саша Зонер. Поэтому я тебе желаю приятного просмотра и аппетита. Погнали. Наконец-то! Наконец-то встать на прайм и вместе с Зонером мы прямо сейчас будем блокировать этих плохих людей. Очень плохих. Я уже вижу клиента там, кстати. Давай, у тебя список тикетов, ты должен понять, что из них настоящий. Так, я вижу премиум, это золотом, который подсвечивается, да, у тебя? Подозреваю человека, мне там 14 на 3, вот ниже, 5 на 5. И да, вот, 14 на 3, КД4, вот этого. Подозреваю человека в использовании АИМа и ВХ, то есть ему реально было не впадло писать такой огромный текст, представляешь? Ну да, вот мне тоже это привлекло. Когда человек, знаешь, пишет по-другому, не просто ВХ сокращенно. Я не видел никогда в жизни ниже Элла, чем здесь, я тебе серьезно. Это наш клиент? Нет, это отправитель. А, это нарушитель. Это нарушитель 342 ЭО 14 на 3183 КД, да, что? Да, да, все, заходим. Срочно, заходим, срочно. Заходим. Видишь, я сразу, у меня глаз алмаз просто. Смотри, мы зашли на сервер, и его уже обсирают. Ты откуда такой вышел? 25 на 7 играет. Ну, смотри, двигается на самом деле хорошо пока что. Смотри, знает, как бустится. Пока хорошо. Это не симпуха случайно играет? Слушай, вот знаешь, если ты смотрел ролик, как он играет по демкам, пока примерно так же. Плюс-минус. О, это прекрасно был пик. Так, гранаты, подожди, точно. Подожди, смотри, это симпл? Сейчас хороший молик был. Мне кажется, это вообще симпл. Даже движение, знаешь, сенс большой такой. Ну, смотри, флешка плюс-минус хорошая. Смотри, вот, просто... это реально симпл. Мне кажется, это вообще... это симпл. А почему 300 ЭО? Он правильно двигается. Ага, смотри. Очень хорошо. Да. Но символ бы не взял бы дигл в этой ситуации. Ну почему? Не взял? Еще как бы взял. Смотри, это же фанат дигла. Смотри. Как смотри, он пикает? Подожди, это точно он. Это безошибочный гейминг. Так он гений. Я хочется, знаешь, посмотреть еще пару раундов. Правильный молик. По балке. Подожди, гранаты. На его флешке. Это уровень, ну, 2500. Спокойно. Какой 2500? Это хороший, там гранаты точные. Очень правильный пик. Я походу, это точно он. Мрак, слышишь меня? Я сейчас тебя перекину на наблюдателя. Нужно будет провести проверку. Здорово. Здорово. Все, ты направил. Он с***ся просто, слышь? В стиле симпл. Симпл. Ну он очень круто двигался. Вот интересно, давай на мнение зрителей оставим это. Да. Вот пусть зрители посмотрят вот эти движения и сами дадут ответ в комментариях. Потому что, ну честно, хорошие флешки, хорошие с позиционированием прицела. Алло, админы! Чел с автом уже час к***ет. Нарушитель, если час реально играет, я буду расстроен. Ну, один час. Писка бобра. Ну это 100% нарушитель. Так, на него репорт, у него один час. Это он? Вот это. Ой, да, это он. А что он делает? Подсветить можно? А что он подсветить делает? Игроков. Ну, у него скины, наверное, это... У него Азимов, может быть, это скинченджер. Может скинченджер. Ну, хотя наклейки, подожди. Но играет как бот. Ну, подожди, надо еще один. Ну, слушай, двигается, да, неплохо. Но это не... Это его скин, да, ВП, я так понял? Нет, да, я думаю, скинченджер. С наклейками. Да. А с наклейками может быть на скинченджере? Да, можно. Вот смотри, активный гейминг. Подожди, это не опять тот чел с керамбитом, знаешь, похож опять Авик, что ты где-то держи у меня. Опять? Да, опять вот второй аккаунт купил, пошел. Не, ну тот получше, конечно, двигался. Вот смотришь, гранаты правильно. Да не, мне кажется, этот поинтереснее двигается. Смотри, как он хорошо играет. Мне кажется, что он знает заранее, где противники. А может сейчас новая мета пошла, что прошники покупают фейковые аккаунты, чтобы их не замечали и играют под ними? Может быть такое? Это после симпла началось. После симпла. Опа.
Слушай, ну он очень хорошо двигается. Да? Хорошо играет. Это я играл, а вот наш. Вот писка бобра. Все это время это я играл, оказывается. Я не понял, подожди, это ты играл? Да, ты комментировал, да. Я думал, ты демку смотрел. Так это ты играл? Да. Блять, я тебя еще прошником назвал. Ёбаный в рот, бля. Ладно, беру свои слова назад. Сейчас ты играешь. Сейчас он. Блин. Слушай, он странный. Это вот сейчас запиской бобра смотрим. Да. Это ВХ. Да. Смотри, он уверенно знает, где противник. Да, он знает. Вот здесь пока дефолт. Смотри. Видел, да? Смотри, он верит, что его никто не пикнет все это время. Ну это чит. Это чит. ВХ, да. Это чит. Это 100% да. ВХ. Давай кидать его. Да, тебе не показалось. Мистер Писка Бобра. Вышел опять. Слышь? А все, он бан получил автоматом? Да, он вышел. Ладно, нарушитель был наказан. Кого смотрим? 31 на 3. Ага, давай. О, да. АВП Кэнонс. Ну это опять такой, помнишь, режим, где люди летают с авиком? Не, умеет прыгать. Видимо, задрот этого прыгать? Режима. Ну вот попадать в эту щель. Я вот не умею так делать. Ай! В прыжке можно попадать. Блин, ну смотри, он реально двигается как про игрок сейчас. С керамбитом. Мне кажется, мы одного чувака смотрим везде. Знаешь, он аккаунты просто покупает все время. Это шоу Трумана, да? У нас везде. Шоу Трумана, да, все одно и то же. Один и тот же чего нарушитель. Может быть, это опять Симпл? Да, опять Симпл, блин, на мужика. Оу, он чидер. А так можно? Ой-ой-ой, ничего себе как. Он так близко попадает. Ну да. Оу! Где? Тихо, послушай. Мы опять за мной смотрели, чувак, ошибся. В смысле? Вот ты сейчас за ГБН будем следить. Подожди, блять, это ты сейчас играл? Да, это я был, Зонер, подожди, ты на приколе или ты реально? Да нет, блять, я верю, я хочу посмотреть, это ты играл? Да, я играл. Да ты, блять, ты что за прикол? Это прикол. Я смотрю, думаю... А, так я еще говорю, за одним и тем же смотрим, да. Че за... Так, ну смотри, если вернуться к нашему нарушителю, он хорош. Это он говорит, он в чате говорит. Я уже, блин... Он прекрасно играет, прекрасно. Это какой-то задрот этой карты, да? Да, задрот. Он задрот. Господи. Слушай, мне кажется, он чистый. Он просто задрот. Очевидный чит капсом 2-1. Ну, это... Не, ну подожди. Да, это очевидный чит, брат. Он чел из CSGO зашел на CS2 сервер. Это уже очевидно, что чит. Сейчас новый баг появился. Если у тебя CSGO с кряком, ага. Ты можешь, не покупая CS2, не скачивая CS2, играть на сервак CS2. То есть он с CSGO сидит сейчас. Вот он. Давай! Первый! Но в CSGO просто проще мувмент, и нам сейчас дико на это смотреть. Подожди, это он с CSGO зашел на CS2? Я же тебе говорю, типа у них это... FPS так больше, но за это блокируют все. На фесте блокируют, у нас блокируют. Да, это очень странно. Ой. Хорошо попадает. Ну как попадает? Просто... Ты думаешь, что-то есть? Мозгов-то нет, но... Ну хороший шот. Ладно, я даже не буду его пытаться. Ты его забанил сразу? Не, вот сейчас забаню. Сейчас, секундочку. Использование запрещено ПК 2 года. Улетел. Пошел! Опа. Спам. Но он ничего не спамил. Может, микрофон только. Ты будь человек, я тебя палил, что ли? Я тебя палил. Ни разу не палил. Нет, ты мне сказал, убивай его. А если чё, А это режим какой, прятки? Маньяк, ну типа прятки. А, прикольно, кстати. А маньяк тут быстрее бегает, получается, или как? Нет. Они одинаково, просто кто-то должен стрейфиться получше, да? Да. Ну и плюс знать нычки, где можно спрятаться. Вот, к примеру, вот смотри, где он вообще сидит. Офигеть. Ну это такая задротская тема, я маньяк не понимаю. Не человек. Ну они сейчас пытаются ХНС сделать какой-то. Если вы не знали, естественно. Стой, давай боимся, слышишь, давай не.
Стойте, давайте договоримся. Ребят, если что, у нас есть маньяк. Если хотите такой вайб, заходите. Сипл, нарушитель. Наконец-то. Давай, наконец-то, Сипл. Поймали его, блядь. Украина, два часа. Господи, это оно. Симпл, вот. Симпл, да-да-да. Ты выходишь на ходу, ставишь голову и второго пострела. Он лагает, смотри, он сильно лагает. Хорош. Либо чит, либо у него FPS 30-40. Да не-не-не. Все, он в балку уперся, это точно не симпл. Ха-ха-ха, да, это не он. Это не он. Осталось проверить, он с щитом или нет. А так админу пишите, на репорт кидайте. Ну ты конченый. Это вот прям репорты кидают в прямом эфире. На кого они кидают? Админы. Да вот, там человек с микрофоном очень плохим шипит. Добрый день, друзья, добрый день всем. Модерация зашла на сервер. У кого микрофон плохой? У меня тоже микрофон. А, у меня тоже. Да, у меня, короче, сбивается микрофон. Так, внимание, внимание, модерация зашла на сервер. У меня? Да. Так я не знаю почему. В общем. Я же говорю, зайди в настройки, сейчас на порог. Да, я все там исправил. Модерация зашла, у кого микрофон плохой, бля. Просто с позором выходи, все. Я вышел, что-то мне найдет, закрыть сикет. Я просто в дизеле, чувак. Эрик Шоков, хуй, вы что, ебанитесь? Вы что, ебанитесь? Вызывай его! Я его вызываю на проверку сразу, премиум. Бро. Эрик Шоков, ты тут? Чё у тебя с микро, бро? У тебя лагает микро. Чё ты хочешь? Что с ником? Что с ником? Нормальный ник. Послушай меня, я тебе как-то не нравлюсь. Нахуй робот. Бро, вообще не уважает. Ник, блядь, посылает. Это что за меня? Я тебя зову на проверку. Ребят, киньте его на проверку прямо сейчас. Модераторы, я с ним пообщаюсь. Подожди, а что у меня с микрофоном? Loop back true. Раз, два, три, раз, два, три, раз. У меня что-то не так с микрофоном. Давай я подключу. Да нет. Раз, два, три, раз, два, три. О, работает. Да, работает. Так, кто меня назвал хуйцом? Нет, точно не. Он уже вышел. Не, его переименовали уже просто. Точно не. Давайте на проверку кину компьютера, посмотрим твою историю ников. Так мы в компах сидим, бро. В компах? Ну, проверка компьютера кулова будет сейчас. Вызывайте полицию. Клининг-то можно, да. Шок. Кстати, я так и знал, что ты не знаешь, что зайдешь и начнешь предъявлять за них. Ну-ка, а ты догадливый. Ты повел. Это был пранк. Сорян, это был пранк, да? Типа, сорян, чувак. Пойдем в Дискорд, я тебе с тобой пообщаюсь по камере. Давай. Камера есть у тебя? Не-не-не. Давай с телефона заходи в Дискорд с камерой. Давай. Адрес, какой клуб, говори. Какой адрес, блядь, тут? А вы где, на какого вообще клуба? С какого? Да, клуба? мы в Краснодаре. Эрик, а мне нельзя это лицо палить в интернете, я аноним. Да, мне тоже. Да, не с ФСБ. Мы как с тобой договорились? Ты этот никнейм убираешь и больше не вставляешь? Да. Не-не-не, я ставлю Эрик Шоков нехуй. Ну, так лучше. Да. Ладно, все, давайте, спокойной ночи. Ты же воевал? Да, не поменял сейчас. А, смотри. Сразу поменял, блядь. Пошла, добра. Тут уже непонятно, нарушитель был наказан или нет. Как будто я был наказан. Вроде исправился. Есть такой нарушитель, исправился. Может, пунтик такой есть. Исправился. Так. Слушай, ну получилось здорово. Мне очень нравится с тобой снимать, это правда. Это прям правда. Охуеть, без реакции, просто без реакции. А, ты отошел. Так, я тут. Не отходил сам. В общем, мне очень понравилось записать очередной ролик. Надеюсь, да, и зрителям понравилось. Если да, то советую посмотреть наш предыдущий выпуск с Зонером. Он был не хуже. 100% не хуже. Играйте на Сабершоке, не читерите. А если будете, вы будете заблокированы мною и Зонером. Всем хорошего вечера. Пока. Пока. А также напоминаю тебе про розыгрыш God Knife Lore, девайсов Drag Project и подписок на Сабершоке у меня в телеграм-канале. Ссылочка есть в описании ролика.